Поздравляем вас с началом весны вместе с Анной Шамбадал, Дмитрий Соловьянов, также в студии. Здравствуйте! Весной прилетают птицы, и на улице становится так солнечно, что хочется петь. Правда, хочется ведь? Хочется как можно больше петь. Как раз пришло время нашей музыкальной пятиминутки. Подключайтесь к нам, к нашим экранам. Сегодня в студии создаст нам настроение. Да. Наш гость у нас сегодня в студии Михаил Ацтва-Цатурян. Я прям все, по-моему, выговорила. Правильно. Да. Бард, руководитель клуба авторской песни «Юргу». Добрый день, Михаил. Добрый день, здравствуйте. Ну, расскажите. Мы соскучились по вам. Еще пока. Расскажите, пожалуйста, весну-то ждете и почему? Так вот, если бы мы жили в Таиланде, например, да, в Египте, наверное, особо и не ждали, там всегда весна. Да, все да, верно, да. Вот. А у нас-то, вы сами знаете, зимой. Хочется тепла уже, да? Тепла, быстрее, когда птицы, например, прилетят, да, когда наконец-то станет тепло. Как мы будем вот с вами поэтому сегодня согреваться? Какую вы песню нам исполните? Да. Самую весеннюю? Ну, конечно, про весну. А зиме петь уже зима, все. А мы вам вместе со зрителями будем подпевать, хорошо? Давайте. Конечно. С удовольствием. Эту песню написал Валерий Александрович Миляев. Он доктор физико-математических наук. Вот как оно бывает. Пишет песни, да. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Парарам, парарам. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Парарам-парарам. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова станешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Парарам, парарам, пам, пам. Браво. Ну, невозможно не подпеть эту песню, ведь сразу весна и в душе, и наяву, и везде, правда ведь? Я бы похлопал. Наступающей весне. Вам и весне. Мы напоминаем, у нас в студии был замечательный Михаил Ацтва-Цатурян, бард, руководитель клуба авторской песни «Юргу». Всегда мы рады вас видеть. Спасибо вам огромное за настроение. Ну что же, а прямо сейчас мы вам расскажем, как защитить свои губы в мороз. Для этого понадобится бальзам, который можно сделать своими руками. Давайте посмотрим рубрику «Идеи для жизни».